Здравствуйте, мы сегодня будем показывать, какая у нас в этом году трава выросла. У нас очень было много дождей, и вот теперь мы будем сейчас ее снимать. Вон, смотрите, какая она. Вот наши куры. Они очень любят поесть траву. Вот даже вот одна индюшка хочет уже вылезти. Может, их отпустим, па? Вот мы сейчас будем показывать, как вот у нас две индюшки сидят на яйцах. Вот одна белая торчит. О, папа, один вылупляется. Вон так. Вон. Вон. Наступили. Сейчас мы будем показывать вторую индюшку, какая сидит на яйцах. Идемте. Сейчас мы будем вам показывать еще одну черную индюшку, какая сидит на яйцах. И посмотрим, у нее никто не вылупился. Конечно, тут мусора на все. Один цыпленок. Точно, смотри, ёшкин кот. Мама! Один индюшонок вылупился у черной индюшки. Беленьким индюшонок. На себе к маме положим. У нас курица, у нее давно уже есть цыпляты, и вот она вот гуляет с ними, мы ее выпустили. Вот индюшка вон, она, у нее три индюшонка, она их завела, и вот мы сейчас ее снимем. Смотрите, вот это у нас индюки, это они сделали ей яйца. Она из них сделала индюшат. Вот эти два индюка, они их делают для всех индюшат. А петух наш, Петруша, делает цыплят. Вот у нас машина, вот у нас на ремонте. Куда папа ходил, там она стояла. Вот видите, пустой гараж. Сейчас я буду прыгать с тарзанки. Если мама меня заснимет, то будет все хорошо. Побежала. Thank you.
новую информацию.